о смерти. Есть вещи, которые нельзя проверить, в них можно только верить. Или не верить, например, Бог. Есть Бог. С точки зрения науки, Бога нет, потому что его нельзя измерить, а наука основана на измерениях и экспериментах. Большинство людей верят в науку и отрицают религию, хотя наука — это самая что ни на есть религия. Панковская религия. Почему панковская? Потому что это система, которая говорит «Fuck the system!» Это религия, которая говорит «Fuck the religion!» Прелюдиям конец, перейдем к теме. О смерти. Ты умрешь. Раньше, чем ты думаешь. Может завтра, а может сейчас. Оп, не умер. Есть ли жизнь после смерти? Это нельзя проверить, можно только верить. Панковская религия говорит «Fuck the religion!» Жизни после смерти нет. Смерти нет. Твое сознание находится в мозгу, мозг работает на электричестве, когда сердце останавливается, тока больше нет. Рэч. Кина нет. Ничего нет. Ты спишь без сновидений и все. Ой-ой-ой. Заебись, объяснение. Особенно если учесть, что его нельзя проверить, и можно предположить все что угодно. Включая угарный пожарчик под текилку, они выбрали черный краб. Нормал. Нормал. У меня для вас объяснение получше. Что происходит каждый день? Что это каждый день? Каждый спишь. Ты ложишься спать, тебе снятся сны, а потом просыпаешься и на работу, блять. День за днем ты спишь, просыпаешься, получается месяц. Это год, поделен на сезоны. Зима, весна, лето, осень. Они повторяются, потому что вселенная — это фрактал. Структура, в которой каждая деталь повторяет все целиком. Еще раз. Чувствуешь, к чему я клоню? Ой-ой-ой. Жизнь — это череда дней, как череда сезонов — это год. Каждый год мир рождается весной и умирает зимой. Йоу, каждый день — это как жизнь. Ты рождаешься утром и умираешь вечером. Ложишься спать, тебе снятся сны, а потом просыпаешься на работу. Yeah.